Всем привет, продолжаем совместное прохождение с игровым каналом Dodby к жирным попылах. Зайдите, загружаю сохранение, которое он мне передал, и буду снимать свои серии. Так, о, игровой канал Dodby взял два города. В том числе Рим. Да, Рим взят, Ареций взят. Практически Италия уже вся под контролем. Осталось только захватить Северную Италию. Ну и плюс острова. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут имеется. Отсюда войска сразу, наверное, не выведешь. Тем более, пока переобучение тут. Рядом не нанимаются, переобучаемся. Так, порт блокирует. Так, сигистика. Мой повелитель. Ага, в Аквинкуме. Ну, либо... Очень... Ну, туда очень тяжелое, скорее всего, было сражение. Так, надо... Мой повелитель. Господин. Да, вот эту армию посадим в Аквинку, а этих надо вывести оттуда. Значит, на переобучение. Что у нас еще здесь? Мой повелитель. Эта армия еще одна набирается. Приказы. Так, ты у нас термон или что? Вперед! Готовы поднять паруса. Мой так, у меня вот есть в Италии еще одна армия. Готовы поднять паруса. Корабли готовы. Приказы. Атакуем. А сейчас надо разгромить небольшую римскую группировку. Процветание. Но сейчас мы будем сражаться и не остановимся до тех пор, пока все наши враги не падут мертвыми к нашим ногам. Так, ну давайте размещаем войска. Ждать моего приказа. Ого, у меня ведь так мало пехоты. Всего 2-3, а нет, вот все отрядились, как я упустил. Да они там в городе фараонов похожи с лучниками, поэтому. Отряды, лучники. Зато у меня здесь гигантское количество лучников, так что кого я взял. Нечаянно. Отряды, марш! Так, плюс у меня есть конные стрелки. Точнее, на колесницах. Тоже довольно большое число, 5 отрядов сразу и плюс вот есть кавалерия. Начинаем биться. Ну, конечно, да, как всегда, противник там фигняет все. Надо идти по полках туда врага. Да блин, у них еще и она же есть.
Так, а нагже надо в любом случае вынести. Желательно побыстрее. Конечно, противник сейчас будет меня обстреливать. Ой, блин. Нет, защищают они свои анагры, я с ним никак не прорвусь. Зараза, а? Вы отходите. Фрэнк, конечно, понес я потери, но тем не менее она уничтожена. Просто шагом иди, даже быстрее. Ускоримся немножко. Плесницы почему-то перестали стрелять, как будто, не знаю, перестали видеть, что ли. Вы, блин, что, не видите противник? Вот он здесь стоит. Всех, что ли, лучников выделил?
несет противник потерь, не так чтобы очень, но все-таки несут. Но в лоб, конечно, сложнее пробить. Они атакуют нас! Да офигеть, у нас уже боезапас закончился, а потерь как будто не близко уже. Клесница еще остался в боезапасе, все. Да, против Римлян, конечно, стрелки это бесполезно. Это если только заходить к ним куда-нибудь во фланг, в тыл, и оттуда долбиться. А так в лоб это бесполезно. В лоб мы их даже не пробиваем. Так, ну что ж, последний пошел ход. Аргумент это пехота и кавалерия. Вот они здесь, сейчас меня пивом им половину снесут. Оставить. Свалили предложенное место. Пошли пивом. Как же сложно тут сюда-то, а? Наконец-то. Вражеский полководец бежал, как испуганный ребенок. А теперь атакуйте, и мы сломим их упрямство. Какие-то, блин, 4-5 отрядов римлян. Враг бежит. Преследуйте их и не знайте жалости. Офигеть, вот 300, всего 300 человек было, да я потери почти же такие понес, как у них убитых. Ой, так 8 до 1200, итого 184 человека я потерял, ну почти половина, блин.
Да не почти половину, наверное, их потерь. То есть один к двум всего. Победа! Приказы. Вперед! Ходы сделаны. Если их сейчас не выйдешь, я не знаю, там потом, чем их будешь приказы вышибать отсюда. Мой повелитель. Ой, елки-палки, а. Зря увел из капы. Мой повелитель. Мой повелитель. Мой повелитель. Могучий полководец. Это невозможно, господин. Вперед! Ходы кончились, мой повелитель. Так, ну ладно, надеюсь, не восстанут пока что хотя бы. Да, мой господин. В атаку! Победа! Да, мой господин. Да, мой господин. Ставить паруса. Могучий полководец. Так, здесь господин! Я смотрю, жажда собирается вроде бы. У нас что, пока союзники с фраки, нопа красная. Танес тоже. Блин, а что это там, какую постройку ты еще сделал? А, ну штаб тайной полиции нужен, да. Могучий полководец. Вперед! Какие-то что-то катанайцы подходить начинают. Не слышим, ни. Опа, римляне тут уже вовсю. Римляне с цепями уже вовсю двигаются сюда. Приказы. Приказы. Вперед! Приказы. 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 Он может срочно создавать какой-то заслон. Могучий полководец. Господин! Могучий полководец. Вперед! Приказы. Марш! Отсюда кавалерия. Мой повелитель. Могучий полководец. Всех в срочном порядке перебраться на... Вперед! На запад. Ходы кончились, мой повелитель. Так что у нас тут по строительству, по городам. Что нигде не расширяется пока что больше. Пощелкаю. Уже городов становится все больше, тут уже долго пощелкивать приходится. Это же дворец фараона строится. Опа, Алани расширяется. Мы тут ни сном, ни духом.
Так, 5% капаю. Ну это я потому что войска тут только что вывел сейчас. Сейчас стараемся тихомирить. Могучий полководец. Да ну. Вперед! Ты что, все бунтуешь-то? Хотел группировку для борьбы с повстанцами собрать, ни хрена. Так, ну ладно, пожалуй, завершим ход. Снова у нас Битлз. И он, ох ты, блин, а у них преимущество. 3-4. Да блин, сейчас потом называется карта нафиг. Ну тут еще старого типа. В принципе, тоже старого типа, но они сейчас все набросятся на меня. Ну хорошо, бой надо все равно надо давать. Хоть он и невыгодный, но надо. Сегодня дать моего приказа. Так, размещаем здесь вот. Ну тут армия, конечно, тут первый самый. Но постараюсь что-нибудь сделать. Хотя бы нанести противнику как можно больше потерь. К врагам прибыло подкрепление. Ой-ой-ой. У них еще подкрепление. Откуда я не ждал. В ней я даже не смотрел, откуда у них подкрепление идет. Отряды здесь бегут. Да вам что, дальности что не хватает, чтобы вы почему не бросаете в них, а? Сейчас вот останется два шага, они так... Да, конечно, вот только начинают бросать. Когда противник уже до них дошел практически, они только созрели для того, чтобы бросить. Полководец бежал, как испуганный ребенок. Боги, ну и глупцом же был вражеский полководец. Он пожертвовал собой вместо того, чтобы вести свое войско к неминуемому поражению. Пока они бегут, надо как можно больше их убивать.
сказал, у нас есть такая опция. Ну да, нет, все, побежали все-таки, давай, бежим. Так, ну я хочу вернуться туда, потому что у меня сейчас фланг уже дрогнул. Тут триарии. Да ну капец, кавалерия просто в своих же копиях полегла. Максел там какой-то погиб, мне некогда было наблюдать. Да только, ну куда же вы бежите-то, блин, ну... Ну почему нам было через армию? Ну почему нельзя было сюда вот бежать, а? Почему нам было бежать из войска бежать? Они же сейчас все у нас дрогнут, блин, сразу. Того, что вы там пробежали через них. В общем, давайте сопротивляйтесь сколько сможем. Ваш полководец бежал от врага. Это позор для всей вашей армии. Ну, а чем они еще меня там жгут-то? Лучниками, что ли? Да, римские лучники. Ну все, у меня армия уже не хочет сражаться. Армия уже банально не хочет сражаться. Они хоть возвращаются, но только я дохожу до солдат, до вражеских солдат, они убегают. Вот, остались вот эти самые стойкие, и все. Да, ну сейчас эти тоже бегут, потому что противник уже подходит сюда. Подкрепление. Тут лучники типа подожженные кидают. Да ну сражайся, ну куда ж ты бежишь-то, блин? Кто там еще бежит? Один сидел, попался. Блин, надо продержаться хотя бы до подкрепления. Значит, сейчас у меня если все убегут, у меня мои подкрепления не успеют зайти. Я начинаю подходить. Давай, 19 осталось всего. Полководец бежал, оставить этот триарий. А теперь атакуйте, и мы сломим их упрямство. Так, давай куда? Дай у них артиллерию, чтобы пока вынесем, может быть, если получится.
Да не надо с ним сейчас. Быстрее! Истребите их! Быстрее в атаку! Быстрее! Ой, ты ж триари. Как можно скорее! Атаковать! Ну конечно, у меня подкрепление, как всегда. Четыре отряда зашли, остальные сейчас будут через час зайдут. Когда сейчас противник придет сюда уже, прям вплотную опять. У меня сегодня скипион. Я только сегодня за скипионов играл. У меня вторая армия просто зашла немного и потом начали. Не дали, в общем, зайти они моим подкреплением. Нормально зайти, перегруппироваться не дали. Ай. Сейчас то та же самая история просто будет. Хотя бы колесницу или как-то лечь. Сейчас просто та же самая хрень будет. Вот. 20 минут, наверное, один отряд вот заходит. Кабанчики. Вот как вот так вот, блин, сражаться, когда твои подкрепления хрен знает, когда зайдут. Противник еще целый армия. Они побежали, давайте. Так, его отставить. Да не вы отставите, вы давайте добивайте. Это у меня как кавалерия. Уходим, 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 уходим. Быстрее! Скорее! Отряды! Бегом! Отряды! 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 Бегом! Тут уже бегут. Отряды,
Их убегает, уничтожаем. Там что такое? Сам так потерян, кинь. Хочу попробовать нанести на них панику общую. Стоп. Оставить пока что. Пока что оставить. Так, давайте сюда. Давайте кликнуть сюда. Можно сначала, конечно, вот этот отряд согнать. Бегите! Эти люди отлично подходят на роль врагов. Они в ужасе бегут с поля боя. Так, ты сюда? Добиваем. Так, еще триады там остались. Да, это отряд 82. Там еще два отряда 82 отряда. Да, офигеть, держать столько отрядов на грани. Как-то сзади зайти. Что сломлено? Отряды, атаку! Даже просто подошли к ним, они кликнули, напугались, видимо, и что-то сбежали. Даже не пришлось к ним врезаться. Вперед! Так, еще ты это осталось. Теперь будем этих пугать. Все. Эти люди отлично подходят на роль врагов. Они в ужасе бегут с поля боя. Ух, выстоял. Правда, одну потерял ту. Первую самую.
Итак, 2639 противников было уничтожено. Сколько я потерял? Так, 94 до 2000. Итого. Итого. 792, что ли? Да, 792 человека потерял. Вычек себе наработали опять. Блин, сколько же ремен войска? Они все тащат и тащат, тащат и тащат, откуда бесконечные эти, блин, армии. Приказы? Мой повелитель? Так, может, до 70% добил. Да, я не скапаю. Активах. Найм, Ирена. Эпические колесницы. Активные. Продолжаем здесь. Также войска штамповать. Так, Сигмон. Вон тут. 70% лояльность. Давайте штаб тайной полиции построим. Лариса очень тяжелована. Забираем пока все салоники, знаем о крестьян кучу. Закапываем из кеза аквинку. Аквинку. А, это уже есть мой войск. Так, а в Риме кого мне нужно нанять? И вот здесь достаточно, вот. Давайте лучников и гаоны, наверное, ему. Так, орехи. Орехи здесь тоже кого-нибудь нанять бы. Строитель, что ли, Андрея. Большие поместья в пивах. Академию построим. Дамаски постройка идет. Казда постройка идет. Детские. Очень строительство есть. Далее робот. Тоже строится, Ахсакия строится. В Афинах публичную баню построим. Термоне постройка идет. Византия. Английские казармы, что ли, здесь забабахать? Она из Академии строим. Прокидцы, будь сюда, надо готовить, наверное, Танай все-таки к обороне, а то у меня тут один крестьянин. Потому что что-то чувствую, что прокидцы прям по мою душу сюда идут. Уходим. У них войска уже хорошие, к тому же.
Плахтина. Анхирос, плахта расширяется. Так, прибыль 28 569 динариев. Так, в общем-то, мое время уже истекло. Приказы. Господин! Уходим! Господин! Марш! Ходы сделаны, могущественный владыка. Приказы. Могучий полководец. Так, кстати, я могу кого-нибудь объединить? Могучий полководец. Мой повелитель. Приказы. Мой повелитель. Юрий за своим флотом плавает. Да, мой господин. Приготовиться к бою. Победа! Ставить паруса. Готов больше, господин. Ты потопил их кораблик. Приготовиться к бою. Море ваше, о великий господин. Так что мне делать с идейской? Мой повелитель. Кстати, все юрийские войска сейчас отходят он. Приказы. Вперед! Сторону Италии. Мой повелитель. Так, мне агент, наверное, нужен. Чтобы в фраке что смотреть, потому что что-то придет сейчас в фраке мне нам воевать. Так, ну в общем все, я на этом, наверное, закончу. Да, блин. А, Юлий там уже еще подходит с войсками. Приказы. Мой повелитель. А я уже не успеваю здесь. Войска укомплектовать. Мой повелитель. Приказы. Приказы. У меня практически уже еще одна армия дошла. Там. Давайте, ребята, чуть-чуть выдержите. Хорошая армия уже на подходе. Тут у Сципионов еще две армии, еще третья подходит. Четвертый здесь, и пока дальше вроде бы перерывчик что ли будет. За ваш. А, еще вот у них армия есть, да. Тут вот неизвестно, есть, нет, вот это не подсвечено. Господин! Уходим! Ходы кончились, мой повелитель. Так, ну и плюс я господин! Вот на подкрепление тоже отправляю. Может, надо постоянно там поддерживать. Мой повелитель. Поддерживайте из заслона и, возможно, когда-то сдадутся условия для уже контрнаступления, контратаки. Если сейчас все вот эти степенские армии мы перелопатим, то потом можно будет уже наступление организовать. Хотя сомневаюсь, скорее всего, Рим так и будет контролировать, комплектовать войска. Ну или, по крайней мере, мы здесь добьемся как бы такого устойчивого перелома.
Поэтому тогда двинемся уже на ступени. Так, ладно, все, в общем, я сохраняюсь, передаю дальше по своему коллеге. Игровой канал Dota. Подписывайтесь на игровой канал Dota, ссылка у меня в описании. Следующие серии смотрите там, и там же есть полный плейлист этого прохождения, если кто хочет. В общем, всем пока. А, стоп, давайте, сколько мне городов-то сейчас стало. В общем, у нас уже 55 городов под контролем, больше половины карты под нашим контролем. Ну а тут еще дофига всего. Так что еще пока что нам воевать и воевать. В общем, все, всем пока.